Перед нами комплекс Аль-Азхара. Здесь и мечеть, и медресе. В принципе, даже не медресе, можно сказать, уже, а университет. В 972 году здесь фатимидами, выходцами из Туниса, была построена эта мечеть. И примерно лет через 15 были начаты первые занятия для студентов, набрали, так сказать, группы первые. Сейчас значимость этой мечети, этого университета в Египте настолько велико, что даже прописан он в конституции страны. Ежегодно в прилегающих к мечети зданиях, вот, например, вот в этом, проводятся обучение, это университетский комплекс, так сказать. То есть этому университету на данный момент уже более 1000 лет действующий университет. В мире считается, что по длительности работы это второй в мире, самый первый, насколько, как бы, такой спорный момент, но вроде бы в Фесе, в Марокко, еще лет на 100 старше. Каждый год здесь обучаются граждане более чем 100 стран. И в религиозном, так сказать, мире, в исламском, обучение, ну, так, полученные корочки этого университета очень значимые. Мы попали как раз, когда звучит азан, призыв к молитве. Люди вот только-только сейчас, многие помыли ноги, вот как они обычно делают, и спускаются сейчас на молитву. Нам, наверное, будет проблематично туда зайти, ну или слишком много времени придется тратить, поэтому, наверное, извините. Внутрь мы не пойдем. Пойдем дальше изучать памятники исламской архитектуры Каира.